В Министерстве образования области идет обучение тьюторов по программе «Кадры будущего для регионов». 30 человек обучаются техникам командообразования и управления проектами. А затем они уже начнут работу со школьниками и наставниками. Роль тьюторов в программе «Кадры будущего для регионов» на первый взгляд простая – сопровождать школьников, студентов колледжа и ребят из Кванториума в разработке их проектов. Но человек без специальной подготовки с такой задачей вряд ли справится. Проекты направлены на социально-экономическое развитие региона. Учат навыкам командообразования, навыкам проектной деятельности, даже какие-то, возможно, психологические методы воздействия на результат. Здесь мы знакомимся с людьми разными, например, с теми же своими сверстниками, с наставниками, которые в будущем могут завязаться тесные отношения. В этом году в инициативе 200 участников, уже имеющих наработки своих проектов. С понедельника в онлайн-формате школьники, студенты и квантарианцы начнут взаимодействовать с тьюторами. Также им будут помогать 20 наставников, представителей политического, профессионального и научного сообщества региона. В четверг проекты оценят эксперты из ОСИ и НТИ. Их задача – выбрать наиболее жизнеспособные идеи, которые до лета будут приведены к идеальной форме и затем представлены на федеральном уровне. Главная задача, чтобы ребята со своими проектами, со своими идеями оставались на территории региона и были полезны региону, и понимали, что они здесь нужны. Конечно, это проект профориентационный, потому что, как правило, все ребята выбирают ту профессию, на которую направлен в том числе их проект. Инициатива «Кадры будущего для регионов» работает в Новгородской области на протяжении последних 3 лет. За это время через эту программу прошли около 400 участников. Реализовано более 40 проектов. Организаторами выступают агентство стратегических инициатив, кружковое движение НТИ и правительство Новгородской области.